وقل رب زدني علما. И следующий вопрос, который к нам поступил: дозволено ли совмещать несколько намерений в одном дополнительном намазе? Как, например, намерение на намаз духа и на намаз после совершения омовения? Что касается дополнительных намазов, то если говорить о тех намазах, которые приурочены к обязательным намазам, которые называются ратиба, то при совершении таких намазов ни при каких обстоятельствах нельзя совмещать два намерения. Потому что ислам строго установил их количество, как это сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Кто помолится Аллаху в течение дня и ночи 12 ракатов, помимо обязательных, то Аллах построит ему замок в раю. Этот хадис указывает на строгое количество этих намазов, то есть ты не можешь собрать все эти молитвы в одной молитве под разными намерениями. К примеру, когда остается утренний намаз ратиба, и он хочет восполнить его с другим намазом, как, например, который следует после него, насколько такое действие правомерно? Или как, например, восполнение ратиба, который идет до обеденного намаза, с ратиба, который идет после, и мы говорим, что таким образом они не восполняются. Их следует восполнять по отдельности, и те намазы, которые ислам установил в конкретном количестве, эти намазы не совмещаются в одном намазе под разными намерениями. А что касается тех намазов, в которых учитывается не столько количество ракатов, а сколько сам факт их совершения, как, например, намаз приветствия мечети, или намаз духа, то нет проблем в том, если совместить их в одном намазе. Как, например, если он вошел в мечеть, то он может иметь намерение совершить приветственный, а также намаз духа и намаз после совершения омовения. Также, например, может совершить намаз истихара или намаз покаяния. И в этом нет ничего проблемного, это дозволено. Почему? Потому что в религии не делается акцент на количество ракатов при совершении подобных намазов. Акцент делается на само поклонение и на само действие. И совершая это, с него спадает ответственность, и он получает награду. Получает награду за все намерения. А что касается намазов, которых требуется определенное количество ракатов, то основа в том, что их обязательно следует совершать отдельно, если даже он будет их восполнять. К примеру, 4 раката ратиба перед обеденным. Он делает эти 4 раката, а затем после совершения обеденного намаза делает еще 2. Но если он не успел и упустил перед обеденным эти 4 раката, то он делает их после обеденного, а затем совершает оставшиеся 2. То есть он должен обязательно совершить их по отдельности и в установленном количестве.